В 2016 году в Красноярске наконец заработает единая служба экстренных вызовов 112. На создание системы край получит федеральную субсидию 20 миллионов рублей. А вот какую сумму собственных средств должен будет вложить в проект «Наш регион» пока неизвестно. На выделенные деньги будут закуплены оборудование и создан единый центр обработки вызовов. Сначала служба в режиме опытной эксплуатации заработает в Красноярске, а уже потом на территории всего края. Напомню, сейчас, набрав номер 112, красноярцы чаще всего попадают на автоответчик, предлагающий перезвонить в полицию, скорую или газовую службу, что в пух и прах раскритиковали краевые депутаты, назвав систему ручным управлением.